На конкурс дети читают стихи. 6 А. Минаю Дмитрий, город Землетроград. Александр Трифонович Твардовский, рассказ танкиста. Был трудный бой, сел на этих как спросонку. И только, не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. Но как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12 бедовый, и все, что во время у детей, и все, что в городишках прифронтовых, встречают нас как дорогих гостей. Машины обступают на стоянках, им воду ведрами таскать не труд. Мыло с полотенцем подносят к танку и сливами дозрелые суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен, мы прорывались к площади вперед. А он гвоздит, не выглядит из башен, и черт его поймет, откуда бьет. Вот угадай-ка, за каким домишком он примостился, ведь столько всяких дыр. И вдруг в машине подбежал парнишка. Товарищ командир, я знаю, где их пушка, я разведывал, я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? А дайте, я поеду на танке с вами, я вас прямо приведу. Что ж, бой не ждет. Влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали, вот здесь, и с разворота мы входим в тыл и полный газ даем. И эту пушку, заодно с расчетом, мы вмяли в рыхлый жирный чернозем. Я вытер пот, душили гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал, спасибо, хлопец, и руку, как товарищу пожар. Был трудный бой, все на чеках спросил. И только, не могу себе просить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. Но как зовут, забыл я спросить.